Володя снял оттуда вот это распоротые шинели. Куча мала. Закрыть погреб. Посмотрим, что он будет делать. Так. Вторая. Третья. Так это, наверное, по две сшито в одну. Наверное, но. Четвертая. Снег выпал вчера. Сегодня 7 октября 2017 года. Вот в погреб все бросил. Это у нас сама нам находится. Это мы называем гостиница для мужчин. Тут корреспонденты приезжают. Сергей Пупков с собакой живет. Гриндухин со своими хлопцами. Все. А тут интересно тополь. Никак убрать не можем. Рядом и диакон. Женей. Интересно, как вырос тополь. У нас ограда идет. А он с той и с другой стороны, вот тополь. А ограда идет посередке. Посередине. Но его не было. Это, видать, потом нарос он. 26 лет. Как это получится? Наша половинка-то удобно наклонена. Можно было бы свалить. Тут много было ветлы. Вот как осталось только, что мы ее убрали, она упала к нему на ограду, даже поломали, но мы в тот же день восстановили. О! Батюшка уехал, Ося ухаживает у нее за овечками и прогуливает Рену. След взяла. Это ураганова дочка. А это мы как раз находимся на Саманном. Вот она. Лестницу это вырвало. То ли бурей, то ли что опустилось книзу. Подошла, что-то нюхает. Он ее держит. Так вот нужно давать собаке свободу. Понюхать. Ну, пошла. Хорошая собачка, красавица. А здесь вот матушка сено дала без ведома батюшки, наверное, или как, не знаю. Доски тут ребята принесли. Он где там закрывает. Еще не видно тут. Погребы, картошка. Ее надо закрыть сейчас. И вот эту отдушину трубу. Посмотрел, Романова машина вся в грязи, стоит тамбун против Игоря. Почему? То ли приехал ночью, встречал кого. Все Роман делает. Роман, это вот диакона теплица огромная. И это закрыто сено. Вот такими. Покупают и синим. Очень много. Вот он, дом такой покрытый. Это вот тарелка у Виктора Николаевича Савченко. Связь с интернетом. Там тоже рядом соседи. Вот изобретение сделали. Это Серафима Гавриловна Плотникова. Там сын ее Владимир. Вот у всех что-то есть. А вот у Неонилы не видно ничего. Но это не означает, что у нее ничего нет. Есть. Есть там такое, может, модем стоять. Это Нина, сестра Надежды Васильевны. Вот изобретение, телефон и интернет. Вот и буквально захватили весь мир. О, Никита пришел что-то. Не бросай только. Так а что, ставить стременную там у них, что ли?
Спроси, нужен ты или нет. А то пойдем, мне капканы снимем. Надежда Васильевна, у нее еще 3 таких мешка с семена нужно сюда упрятать. Что? Еще 3 мешка такой картошки нужно спрятать. Ну прячьте. Сейчас съезжу, заберу еще. Приеду. Ну потом заберешь, меня отпустите, я застыл. Пойдем, достанешь капканы. Ну что, вот разберешься тут сам? Да. Идемте. Идемте. Я туда съездил, нету. Вышел из дома, вас нету. Поехал к вам туда, к Володе, нету. Думаю, бросили меня, ушли. Что я теперь без вас? Вот. Это вольер Сергея Павловича для собачек. Это вот рядом среди деревьев, спилил их Роман. На его землю никто не претендовал. Это я у Павла купил самодельное, очень мощное, 4. За 10 тысяч кольца. Машины тут неисправные или исправные, ничего не знаю. Хита пошел.